каля Нёма на ракі стаіць вёска Селюкі. Як калі які ўладар гэту вёску збудаваў? Тут багацце ў наваколлі, лес ёсць, рэчка, луг і поле. У полі збожжа каласіцца, у лесе ж ёсць грыбы, суніцы, і гарэхі, і чарніцы. І з прыпынку на прамкі я шыбую ў Селюкі. Тут жылі мае бацькі, і дзядзькі, і сваякі. Ну а татка і матуля засталіся навякі. Мне знаёмы кожны кут, нарадзілася я тут. І бярозка, і альшынка, і дубочак, і ялінка. І прыгажэй няма ракі, як ля вёскі Селюкі. У надзвычай маляўнічым месцы раскінулася прынёманская вёска Селюкі. Зразумела, чаму для Ганы Александраўны у цэлым свеце няма краявідаў больш прывабных, чым гэтыя. Да, я здесь родилась. Здесь прошли мои годы, детские, юность прошла здесь. Школу я здесь закончила. Вот, 10 классов. Здесь жили мои родители. Здесь, как поют братья Радченко, домик окнами, сад, где ждала меня мама. Отсюда она меня провожала в большую школу жизни, самостоятельную. Сюда я к ней возвращалась. Родныя берагі цягнулі як магнітам да сябе праз усё жыццё. І вось надышоў час, а вярнулася. Горад не ўтрымаў яе. Уже 15 лет, как нету мамы, 14 лет, как нету папы. Ну вот я вышла на пенсію 3 года тому назад, ну і стала, так сказаць, сюда приезжать. 7 месяцев в году я здесь живу, зімою в городе. У вёсцы рукі самі цягнуцца да працы. Занятак знаходзіцца тут сам па сабе і шукаць не трэба. Возделываю потихонечку. Не хочется, чтобы все это, так сказать, заросло, потому что здесь каждый кусочек земли мамиными руками был, так сказать, и вскопан, и прополан, и посажен. Очень цветы мама любила, много было у нас всегда цветов. Ну, я вот стараюсь тут немножко тоже, так сказать, посадить цветы. Дякуючы працавітым рукам, батьковская земля не пустуе, апрацоўваецца, засяецца, живе. А все, и лук, и чеснок, картошку вот посадили теперь. Все, и огурцы, и перцы, арбузы даже. Вот у меня 3 года подряд были арбузы, очень сладкие, вызревали. И сейчас вот тоже посадила здесь вот на грядочке. Вот в этом году еще дыню хочу посадить, не знаю, какая будет, но... Уже прорастила дома на подоконнике, пророщенная. Пройду заморозки, будем высаживать. И все тут на родной земле гармонично и радостно. Натхняя не только на розные агроэксперименты, але и на адмысловый отпочинок. Тым больш Нёман зусім побач. Дети летом приезжают в отпуск, они у меня далеко живут, в Подмосковье. Вот, приезжают в отпуск, и мы... И работаем, и на Неман ходим. А в детстве так вообще с этого Немана не вылезали. И риса нельзя. Найпершай помощницы господыни и рысцы так само вязковое житё даспадобы. Деревне, наверное, больше нравится. Здесь свободы больше. Так что в городе несколько раз выйдем на улицу. 4 раза я с ней хожу, погуляем, да и все. А здесь бегай не хочу, пожалуйста. Летом вёска оживая. У опустелые хаты вертаются с городов насельники. Вертаются с радостью, у прочуванні долгочаканной встречи со своей батьковщиной. Для большести гэта и вертанне до своих коранёв. Я староста этой деревни, новоселки. Сюда я вышла замуж. Работала сперва заведующей фермы долго на этом. Пошла на пенсию. Ну, а теперь смотрю за парадком в этой деревне. Помагаю старушкам своим, измираю давление. Новоселки местятся побач с Селюкамі. Больш таго, яны разам з яшчэ адной вёскай, за горцамі, аб'яднаныя агульнай назвай – Жарослаўка. Аднак па традыцыі жыхары кожнай з 3 маленькіх вёсачак па-ранейшаму лічаць важным для сябе не толькі захоўваць сваю назву, але і мець свайго старасту. Надзея Мікітаўна якраз і выбраная на гэтую пасаду. Людзей уже немножко осталось, уже лічаныя дома занятыя. Остальныя уже ўсе выходзяць. Маладыя ўходзяць у горад. Ну, а мы тут, старики, доживаем в этой деревне. Ну, теперь у нас
вода от близько радужка. І рибку ловим ходив у час який-небудь на віддих. Вода у новоселках і правда близько. Після уведення устрою Грудинської ГЕС Нёман поміняв свої береги. Як це стали станції, там підняли уровень води під самі огороди, вода тепер у нас. Ну, много тепер у нас дома покупаються, те много дачників, строяться дома. І немного вже буде веселіше по деревні, а так уже нічні люди поставались в домах. До речі, сама староста вёскі новоселки так само зимує у городі. Однак думками завсёди тут. На лето ми тут сюди сразу где-то тільки в апрелі вже потеплело і сразу сюди на своє місце. Для їх назавсёди своє місце – гэта родная вёска. Своя земля, свой дом, свой Нёман. Усё гэта не промяняюць яны ні на якія гарадскія выгоды. У горадзе, конечно, скучаецца, хочацца на дзярэўні лучше, такі воздух свежий. Пойдёшь что-нибудь поработаешь и отдыхаешь, а там что в городе? Нема чого робіць. Вясковому чалавеку город ніколі не стане родным. Немагчыма памяняць сваю душу, свае думкі і прыхільнасці. Я ў гэту вёску 50 гадоў назад прыехала рабіць кінамеханікам. Ну і цераз год выйшла замуж. Ну, Валіку майму 46 лет уже. Ніна Міхайлаўна староста суседніх загорцаў. За паўвека жыцця ў гэтым доме бачыла, як моцна мяняецца яе вёска. Памянялася, раніше было многа народу, а цяпер уже выехалі. Старыя адмерлі, маладыя паехалі ў горад. І цяпер совсем мало, толькі прыязджаюць тыя дачнікі летам. Загорцы патіху ператвараюцца ў дачны пасёлак. Мясцовых жыхароў можна па пальцах пералічыць. Чалавек мо 10 ха яшчэ. Не, нема. Таня, Женя, Ніна, Маня і Люба. 5 усе асталося. А мужчыну не назвалі? А мужчына адзін толькі ляжыць вот тут, у гэтую хаце. Вообще ляжыць, не ходзіць. А так нікога нема мужчына. Ніна Міхайлаўна пакідаць сваю вёску нават не думае. Горад яе не вабіць. Не хачу. Добра тут така. Тут у нас добры воздух. Мала машына ўходзіць. Нема выхлапных газаў. Затое ёсць многае іншае. Без чаго не ўяўляюць свайго жыцця усе людзі вясковыя. Ну, канешна, у вёсцы трэба агарод. У горадзе пашоў і купіш, а нас трэба, каб усё сваё было. Я уже і старая, даву усе нешта, чо панюца. І што вы высаджваеце, раскажыце? Усё, і картошку садзім, і памідоры, і агурцы, і марковку, і свяклу, усё садзім. Кабачкі, тыкву. З надыходам цёплых дзён забываюцца вяскоўцы і пра свае хваробы, і пра вольны час. Не параўнаць зімовым перыядам, сумаваць няма калі. Ну, зімой, канешна, работы няма, толькі печ паліш, і телевізор глядзіш, і ўсё, а ўжо летам трэба ўсе нешта рабіць, трэба палоць, трэба садзіць. Да і на жыўнасць час патрабуецца. Хоць і мала яе засталося, аднак жа трымаюць яшчэ на вёсцы тое сёе. Толькі куры дзяржу, што я. А цяпер у калхозе і зерна не даюць. То трэба ўсё купляць, то невыгадна, але от для сваіх дзіцей. Бо у мене два сына ў Гродні жывуць. То для іх даю яйца, а так сама. А раней што дзяржалі? Раніше і корова была, і свіння дзяржалі, і па дзве коровы было. Уже і хлявы паразбіраў сын. І так на кожным падворку. Замест хлявоў і кароў рэшткі былой гаспадаркі ды адзінокія гаспадыні. У нас было калісьці 72 коровы у вёсцы, а цяпер ні адной няма. Прыстаўце. І было мужчынаў, тут обамню сена дадуць пракосы, косяць, сушаць, людзей сабіраюцца, машыны ходзяць, а цяпер нікога не мае. А цяпер адна вада. Нёманская вада наблізілася да самых сядзібаў. О, сколько машкары, видите, как нам весело от этой воды. На месцы, дзе калісьці пасвіліся вясковыя каровы ды звінелі косы, цяпер нібыта мора раскінулася.
Вот это водохранилище, да, Гродненское. Теперь оно наше тоже считается. Мы иногда его просто морем называем своим даже. Я другой раз говорю, океан разбушевался, потому что если вот волна, ветер, знаете, такая волна сильная бывает, прямо эти брызги летят аж на тебя. Вот. А раньше когда-то мы на Неман ходили, был наш Неман. Там у нас было озеро такое небольшое достаточно и огромный луг. Вот. Там когда-то был лес, посадка, мы еще учились, ходили в школу и там садили лес. Назад былого не вернешь. А вот вспоминки застанутся с ей назавсёды. Вначале казалось, что очень хорошо, потому что был берег у нас как бы. Мы обрадовались, думали, свой такой пляжик сделаем. Тут и соседи все спускались, мы там столик сделали, спилили сливку такую, росла. Скамеечку сделали, в общем, подготовили такой пляжик. Но потом воды стало больше, и все, а теперь вообще проблемно. Вот прошло скоро 3 года будет, наверное, да, уже скоро в августе где-то 3 года, наверное. Этому водохранилищу, и воды достаточно много. Но тоже хотелось бы вот узнать, вода вообще такая у нас чистая, можно здесь купаться или нет? Это вот тоже вопрос. С надыходом великой воды житё в Загорцах стало набывать новые рысы. Вот наш спуск. Здесь у нас ступенечки я сделала. Собственноручно такие земляные. Ну и пошли к воде. Не кожному такие практикования по силах. Людям старейшим на нем он только любоваться приходится. Вечно будешь здоровым, потому что это что? Это физкультура, наверное. Туда-сюда подняться. А меж тем физкультуры у Йосы хапая и без таких вот спусков до воды. Развела цветочки эти. Они теперь мне засеяли все вокруг и пошли расти по всему огороду. Это вот эти беленькие фиалочки. Они так насеваются, что просто... Да, и уже идет как сорняк, потому что слишком много их. Ну, вот уже после дождика придется все порыхлить, освежить, сделать более приличный вид всему. Ружи, тюльпаны, фиалки. Множество самых разных кветок посадила вокруг дому Нина Михайловна, оздобляя свое вязковое житё разнокалеровыми фарбами. Ну, решили туйки посадить вдоль заборчика, потому что все на мой огород смотрят. А раз смотрят, значит, должен быть порядок. Поэтому я уже устала тут наводить порядок. Огород так само потребует и уваги, и часу, и штудённой працы. Ну, выращиваем все для себя в основном. Помидоры, баклажаны. Вот еще перцы не высадила, высажу перцы. Морковка, свекла, лук. Клубника. Там пытаюсь тоже голубику вырастить. Что-то она у меня не очень растет, но уже который год мучаюсь, но выращиваю. Огурцы, укроп. Ну, все вот то, что хотя бы такое на первое время для себя. Естественно, заготовочки сделать на зиму. Ну, и свеженькое поесть. Семья ей живе в городе. Однако вёску так само не забывают. Приезжают сюда на каждые выходные. И дочка едет, и внучка едет. Еду все сюда, потому что здесь легче и хочется отдохнуть от города. Там все устают, а сюда приезжают, отдыхают. Тем более, что сейчас у нас есть вот водохранилище, да, есть возможность поплавать. Тяга до воды у принеманских жихаров небыто закладена самой природой. Вот озерцо какое-то делала сама лично делала, потому что я здесь была как бы муж на работе там в городе. А для внучки хотела что-то сделать, она была небольшая. Вот я там как взяла лопату в руки, сразу сорзила это озеро. Ребенок приехал, был довольный. А теперь уже и внучка подросла, может быть и не нужно, но ну так остается и остается. Народной земли хочется увесь час нечто робить своими руками. Имкнение придумывать, чем порадовать близких, не вычерпальное. Однако не все отрымливается, как плануется. Молодому саду близкая вода не пришлась до сподобы. Деревья, конечно, быстро портятся. Это в былые времена какие-то крепкие были. Вот старая груша, такие 100 лет, и она какая-то уже не... ну, все-таки держится. А молодой сад быстро портится. Не знаю почему, но стволы так... раз-два и портится. Для Нины Михайловны и сегодняшнее житё в Загорцах – у радость. У молодости навод не думала, что так выйдет, что с часом потягнет ей до працы на земли небыто некая чаровная сила.
Ну, когда-то по молодости мы тут, конечно, не очень. Мы приезжали, работали, но не хотелось ковыряться в земле. Помню, когда-то своей свекрови сказала, ни за что не буду обрабатывать эти участки. Ну, вот пенсия, все, делать нечего. Пожалуйста, работаем. Наводим порядок, поддерживаем его. И все, и так скромненько. У загорцах усе ведаюць один одного. Такая асаблівасць уласцівая многім невялікім вёсачкам. А вось адметнасць гэтай, на першы погляд, не кожны разгледзіць. Земля когда-то. Часть туда уходила земли, часть сюда уходила земли, поскольку у людей было свое хозяйство. И был выход туда, вот к озеру у нас. И туда был выход. Соответственно, вот получается, от этого домика вот огород здесь находится. Это ваш? У нас во дворе. Это не наш, это уже вот этого дома огород. Но зато люди могли выйти к озеру. Не усюды такое можно побачить. Сядзіба, поделенная вясковой вуліцей. Суседский огород под своими вокнами. Отсутность межу між господарками. Усё гэта вядома ж сведчанне того, что жили тут люди здавна дружно, без спрэчку вырашаючы пытанні, шануючы свои традиции. А вот у нас это что? Реликвия, что ли, как тут правильно сказать? Люлька. Детей выращивали когда-то. Теперь кроватки у нас модные всякие, а когда-то в таких люлечках. Пожалуйста, веревочки к потолку и поехали кататься. Дети спали. Красота сохранилась. Ну, у нее яблочки лож. И в подвал. Так что вот такие вещи. Много таких вещей есть. Где-то там с чердака. Музейные экспонаты сегодня запотрабованы. Умели ранее робить якостные речи. Умели жить не сумуючи, с сенсом. И это умение сдолели передать сегодняшним своим нашаткам. Нет, не скучно. Хороший воздух, хорошо. Не скучно. Пташечки спевают. О, буслы влетают. Красота. Соседи хорошие, все дружные. Нема на кого обижаться. Раиса Ивановна родом с соседних новоселков. У загорцы вышла замуж. Вот тут помогаем. Были родители, приезжала. Помогали, а теперь уже их нету. Мы на пенсии, уже давай убирать. Сами убираем. Огород сажаю. Огород у господыни целое поле. Работы хопить, но весь сезон. Ну, садим картошку, градки все, цибулю все. Ну, вот цветы. Тут вот вишни у нас, яблони. Побач со старыми, яшчэ бацькоўскімі яблынямі, пасадзілі многа маладых. Сад павінен жыць. Яблынька какая зацвіла, как красиво. Пахне за красота. Малодзенькі сад. Красиво вёсцы, мне нравіцца. Чысты воздух сабе. Во сёння даже і лебеді не лётаюць. А так буслы лётаюць. Пад вечар пташачкі спяваюць. Утром станеш. Красота. Напрацаваўшыся ўдосталь на сваім падворку, спарадкаваўшы справы свае, можна і ў госці схадзіць. На сяло да сяброўкі. Без усялякага запрашэння, як гэта прынята ў горадзе. Бо тут у вёсцы свае законы. В общем-то, практически ровесники. В одну школу ходили. Кто-то в нашу деревню замуж пошёл, кто-то в соседнюю по обмену. Сяброўкам ад дзяцінства заўсёды ёсць пра што пагаварыць. Ёсць и что вспомнить? Это то поколение, а теперь вот тут новое поколение, наши дети, это уже что-то другое, по-моему. Там уже город. Город наступает безлитосно. Их дети уже городжане, а яны, народженные тут, так и протягивают заставаться вязковыми. Насуперок усяму, тому что самое важное в житті – заставаться собой. Мы себя городскими никогда не считали вообще-то. Ну, пришлось когда-то уехать, потому что учиться надо было. Поступать, естественно, в город Гродно, куда еще дальше. А так, всю жизнь здесь, поэтому мы местные, мы деревенские.